Здравствуйте, в эфире телеканала «Абакан-24» с прогнозом погоды Ксения Рехлова. Понедельник, 26 декабря. До Нового года 5 дней. В альтернативном календаре сегодня день охоты на сны. Эти сказочные сюжеты мы видим только пока отдыхаем, а проснувшись, они исчезают без следа. Занимательный факт, как бы вы ни старались, никогда не вспомните начало сна. Однако считается, что существует способ поймать сновидение. У ученых для этого есть даже специальный термин – осознанный сон. Но заниматься этим самостоятельно опасно, так что пусть сны останутся только в нашем сознании. Двойная выгода от специализированного застройщика «Муниципальный жилищный фонд». Приобретая квартиру в строящемся доме по улице Баграда 160 до конца этого года, вы получаете скидку от 300 тысяч до 500 000 рублей. Каждая квартира имеет эффектную архитектуру, современную и продуманную планировку. Действует ипотека со специальной субсидированной ставкой на срок строительства без увеличения стоимости. От 3,3% семейная ипотека и от 4,1% с государственной поддержкой. Ипотека предоставляется ПАО «ФК Открытие». Подробности в отделе продаж по телефону 202-409 и 285-409. Крупнейшая пятигорская выставка меха «Ангелина Сэм» в Абакане только до 15 января. Новые коллекции 2023 года по выгодным ценам. В Новый год в новой шубе. ГЦК «Победа», проспект Ленина, 69. Фабрика «Ангелина Сэм» поздравляет жителей и гостей города Абакан с Новым годом и дарит скидки до 70%. Действует рассрочка до 3 лет. Приглашаем всех в ГЦК «Победа» только до 15 января. Понедельник, 26 декабря. В Черногорске пасмурно, небольшой снег. Днем минус 12, ночью минус 19 градусов. В Саяногорске тоже пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем минус 7, ночью минус 14 градусов. В Сорске похожая метеокартина. Днем минус 8, ночью минус 16 градусов. В Абазе пасмурно, снег. Днем похолодает до минус 4, ночью до минус 12 градусов. В Абакане пасмурно, небольшой снег. Минимальная температура днем минус 11, ночью минус 20 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Уважаемые автомобилисты, всегда будьте внимательны при движении на подъемах. Исходя из загрязненности дороги и крутизны подъема, надо заранее выбирать необходимую скорость. Это важно сделать для того, чтобы не переключаться во время самого движения по подъему, так как это может вызвать пробуксовку колес и потерю сцепления автомобиля с дорогой. Это был прогноз погоды на телеканале «Абакан-24». Всего вам самого доброго!